Доброе утро всем, кто нас смотрит. Это программа Музньюз и ее постоянные ведущие Алиса и Юля. Мы снова дарим вам возможность прикоснуться к звездам. И сегодня это группа Мачете. Только у нас и только для вас. Смотрите. Нам с тобой. Лидер группы Мачете Ярослав Малый. Он говорит о себе, что он абсолютно счастливый человек. А что еще интересного, расскажет нам лидер группы. Ярослав, поделитесь, пожалуйста, со зрителями, в чем же секрет счастья? В любви. Счастье в любви. Если она есть, если ты ее чувствуешь реально, если ты ее хочешь, если ты живешь ради этого, то вот оно, счастье есть. Все остальное приходящее, уходящее. В ваших интервью мы читали, что в детстве вы очень мечтали попасть на Луну. О чем сейчас мечтает Ярослав Малый? Я мечтаю о том, чтобы люди почаще смотрели на небо. Чтобы люди понимали, что за всем, что в нашей жизни происходит, есть какой-то порядок. Чтобы люди понимали, что есть кто-то, кто этот порядок установил. Что он нас очень любит. И что от нас зависит в этом мире очень многое. И если мы будем находиться на правильных волнах, если мы будем ощущать то, что от нас хотят в этом мире, в нашей жизни, то у нас все будет тип-топ. Вы очень глубокий человек. Откуда черпаете вдохновение? Смотрите, первый вопрос. Из любви. И можно ваш совет счастья для наших зрителей? Совет счастья очень простой. В этом вопросе есть ответ. Нужно стараться быть счастливым всегда, каждое мгновение своей жизни. Что бы ни происходило, потому что огромное количество моментов, из-за которых можно запариться и уйти в какую-то другую сторону, а нужно находиться на правильной, на светлой стороне. Стараться радовать человека, который рядом с тобой находится. Радовать своих детей, радовать людей, которые тебя любят. В общем, заботиться об этом мире и благодарить Всевышнего за то, что у тебя есть эта жизнь. Все. Красивая и чувственная музыка, романтические баллады, философская лирика, танцевальные и драйвовые композиции, Мачете. Группа доберется до сердца каждого. С известными хитами и новинками. И все это Музньюз. Будет рано, мысли барабаны, глаза такого цвета, как тюльпаны, которые ты любишь. Зарница, без тебя не спится, все время бред какой-то снится. Когда же ты меня разбудишь? Твой душ, мой душ, я плачу, у тебя течет душ. У вас там сколько времени? У нас тут поколений снег. И тихо будет вьюга. Какими б вы ни были сильными, не расставайтесь с любимыми. Не унывайте, начинайте утро с музыкой. А вам я сегодня дарю Музньюз. И мы, Юлия и Алиса. До встречи в эфире. А далее смотрите новую увлекательную серию с Кичкома «Легко и просто». Пока! Пока! Кристина, что-то они дерутся. Это не из-за меня. Забираю себе. Сам забирай. А мне она зачем нужна? А мне она зачем? Ловолодь.